Вопрос такой, это правда, что ты являешься самым сильным среди всех болбоев на матче Уникс Самара? А, да, естественно, конечно. Но нет, там есть конкуренция, вот этот неплохой парень. Он просто, ему надо еще дать шансы. А это правда, что ты чемпион турнира среди игроков и физиотерапевтов? Тоже верно, да. Но вот этот вообще никакой еще. Наш физиотерапевт, ему только учиться и учиться. Ну, а ты сможешь его научить чему-то? Нет. Нет, он вообще абсолютно необучаемый ничему. Рабочее состояние. Сейчас не буду все вот эти разводить, там, розовые сопли. Мне, правда, приятно сюда приехать, вернуться. Все очень дружелюбные, со всеми поболтал, пообщался, обнялся. Это, правда, такое место, в которое приятно возвращаться. И это во многом благодаря стаффу, и как бы людям, которые создают эту атмосферу, и, ну, и болельщикам в том числе, и неповторимому казанскому колориту, баскетбольному и не только. First and all, congratulations for my players because they really work hard to win today game. It was one of the more difficult and I think more beautiful games this season what we play at home. Thank you.